Всем привет, вы на канале Crypto Crazy Man. В этом видеообзоре хотел показать и рассказать о новом крутом проекте, где мы будем смотреть видеообзоры и зарабатывать новые токены, как это было ранее в проекте Эрнео. В проекте Эрнео мы проходили регистрацию и далее добывали токены. Сейчас я вам найду пост в своем телеграм-канале об Эрнео. Сейчас проект закрылся на починку серверов и разные добавления, но мы добывали токены, зарабатывали их, ввели свою страничку с видеообзорами и далее уже сама монета вышла на панкейки. И это, дорогие друзья, абсолютно все без вложений. Поэтому смотрим этот видеообзор до конца, дабы не пропустить самое важное и интересное. Все ссылочки будут в описании под видео, а мы начинаем. Перейдя на сам проект, нам нужно будет зарегистрироваться здесь. Будьте внимательны, не попадитесь на некий капкан, как я. Далее вы все поймете. Нажимаем Sign Up, здесь вводим почту, пароль, проходим некую капчу и нажимаем Sign Up. После этого нам придет на почту письмо с одноразовым кодом. Мы его копируем, вставляем. И далее нам нужно будет уже зайти под нашими данными. Так, прописываем капчу, нажимаем логин. После этого еще раз нам нужно будет отправить код, дабы зайти в саму систему, сам проект. Об этом проекте я только узнал и решил с вами поделиться, ведь будет токен листиться на бирже Bybit. А как мы знаем, она одна из топовых бирж. Так, что же нам нужно делать для того, чтобы начать уже зарабатывать токены? Нам нужно нажать на вот такой вот кружочек, перейдя в наш профиль. Далее мы тут добавляем наш ник. А как вы знаете, мой ник везде прописывают David1488. Так, этот ник занят, добавлю одну восьмерочку. И чтобы сохранить, мы нажимаем Update профиль. Соглашаемся, что мы в течение 3 месяца не сможем обновить наше имя. Далее, не менее важно, нам нужно перейти в раздел Settings и здесь добавить свою почту. То есть подтвердить ее, что мы действительно являемся этим пользователем. И чтобы мы смогли уже добывать вот эти вот токены. Токены добываются здесь очень просто и очень быстро. Ажиотаж на этот проект еще не очень большой. Пользователи добыли всего лишь 4 миллиона токенов. То есть за минуту видео просмотренного мы будем получать по 2 токена. Далее за настройку нашего профиля и вот этим с этим разделом я не до конца разобрался. Вероятнее всего это сложение, но мы рассматриваем заработок здесь абсолютно без единой вложенной копейки. Так, вернемся к настройкам. Двухфакторную идентификацию я бы вам не советовал делать, потому как если вы собьете у себя с приложения, либо удалите случайным образом, вы просто-напросто в этот проект не попадете. Поэтому пока есть необходимости, я не вижу и в этом нету, чтобы подключать идентификацию. Здесь верификации, друзья, нету. Как и не было в Эрнео, мы просто зарабатываем токены, выводим к себе на кошелек, на биржу и далее мы ее продаем. Итак, в раздел Tokens мы перейдем, дабы перейти по ссылке и заполнить все. Зачем заполнять этот раздел? Во-первых, мы получаем бонусом 50 этих токенов. И далее мы сможем выбирать. И далее нам будут попадаться те категории, которые нам интересны. То есть информация, потом DeFi, новости про Украину, метавселенная, стейкинг. Может, какие-то проекты интересные, полезные информацию мы вынесем с различных видеообзоров. Бесплатная криптовалюта. Вот такие вот теги. Да, здесь не сильно распространено и небольшой выбор. Но они включили самое основное популярное. Далее любимые наши криптовалюты, которые больше мы холдим, больше нравится по фундаменталу, по развитию проекта, по продукту. То есть различные аспекты. А вы, друзья, напишите в комментарии, какая любимая ваша криптовалюта, либо за которой криптовалютой и монетой, токена, альткоином вы следите. У меня, к примеру, это Solana. Тут и объяснять в принципе не надо, топовые игры, NFT-шки на ней выходят. Polygon, Polkadot, давно забытая Shiba Inu, но в данном случае это не моя любимая криптовалюта, двигаемся дальше. NEAR протокол также входит в этот список. То есть все эти токены, альткоины, я знаю, какой проект что за собой влечет и как эти токены развиваются. Поэтому я бы еще добавил сюда в этот список Aptos, можно конечно и Bitcoin Cash и различные другие, но мы остановимся пока на вот этих вот токенах. Нажимаем Update. Custom Fit. Все, наши данные сохранились. И далее нам должны в течение определенного времени поступить токены. А вот в принципе и они автоматически поступили на наш счет.
То есть неплохое начало у нас уже есть. Итак, дорогие друзья, почему я изначально вам сказал смотреть этот видеообзор внимательно? Потому как это мой второй аккаунт, на первом аккаунте я собрал токены и отправить на свой MetaMask я просто-напросто не смог без подтверждения. Если мы при регистрации заходили через наш MetaMask, мы просто не подтвердили бы нашу почту, потому как никуда этот код не пришел бы, и мы потеряли бы время. Адрес контракта будет в посте. Кто хочет, может и самостоятельно добавить его в наш MetaMask. Давайте я вам покажу, как это сделать. Мы копируем адрес монеты. И да, что не менее важно, этот проект находится не в сети Ethereum, где комиссии большие. Но сейчас это, конечно, они вопрос урегулировали. Но все же, но на полигоне это упростит нам задачу. Мы выбираем сеть полигон, далее импортируем токен, вставляем сюда смарт-контракт. Оно подтягивается уже автоматически, это токен TCG, и нажимаем далее импортировать, и наш токен добавляется прям в список токенов. В Today Crypto мы не только будем смотреть видеообзоры и зарабатывать токены, но и отображаются у нас различные курсы токенов. Оно у нас всегда перед глазами, и любой токен мы можем зайти и посмотреть новости, к примеру, Related Media. И все про Солану здесь у нас будет показываться. Это ведь не круто, скажете вы? Ведь здесь и курс показывается, и различные видеообзоры про нее. Можно как купить, так и продать. И нам здесь высвечиваются биржи актуальные. Это Bybit, OKX. И по различным другим мы можем также перейти и посмотреть, торгуется на той или иной бирже она, либо же нет. То есть какие-то мы токены можем купить, какие-то мы не можем. Также мы можем прочитать информацию про ту или иную криптовалюту, зайти на веб-сайт, почитать, ознакомиться о фундаментале и о продукте, который она создает. Просто почитать информацию. Я считаю, это очень топовый проект. И это он только на стадии развития. Поэтому как можно раньше мы зайдем сюда, заработаем максимальное количество токенов, тем для нас на листинге будет лучше. Единственный минус в этом проекте, что мы не сможем на автомате здесь зарабатывать. То есть кнопки автоклика здесь нету. И нам нужно будет следить каждых там 5-20 минут. Но если вы из ленивых, вы можете просто, чтобы не заходить каждых 5 минут, выбрать видеообзор, к примеру, на 32 минуты. Поставили, выключили звук. И все, время от времени просто заходим, смотрим, чтобы капча, возможно, не вылезла. И всякие различные фишечки в этом проекте еще мне неизвестны. Но все, буду опубликовывать дополнительную информацию в своем телеграм-канале. Если вы нашли какой-то еще дополнительный способ заработка в этом проекте, вы можете мне написать на почту, либо в комментарии под этим видео. А на этом все, дорогие друзья. Переходите, зарабатывайте и ждем листинга на топовой бирже Bybit. Конечно же, не забываем про другие проекты. А все, кто не подписался в начале видеообзора, подписываемся. А кто досмотрел этот видеообзор до конца, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!